По случаю приоделись, эмоциями в предвкушении запаслись. Флаг любимой группы прихватили. Поклонники творчества Арии уже перед концертом были благодарны артистам за их приезд. Вообще, а я ее 6 лет слушаю. Я вообще с 5 класса, ёбы-палы. 6 лет, Аня, порыва. Нет, Аня вообще реально. Поклонники ни разу за концерт не присели, не стоит. 2,5 часа на одном дыхании в голос с солистом. Программа, которая называется «Бой продолжается». Это одна из последних программ, которая составлена в основном по заявкам наших, ну вот, людей, которые приходят. Я такое слово не люблю, фанаты. Это уже такое, по-моему, не наше немножечко слово. Ну, те люди, которые любят эту музыку. Ария пела старые песни, те, что помнят, с голосом Кипелова. Новые, записанные Беркутом. И даже бас-гитарист Виталий Дубинин порадовал поклонников своим голосом. В композиции «Король Артур». Вечер получился разнообразный. Бой продолжается. Ария впервые выступала в ОКЦ, по поводу чего очень переживал солист Артур Беркут. Очень-очень хороший зал, красивый. Я не знаю, может, это имеет ли место быть для такой, может быть, такой агрессивной, может быть, такой рок-метал музыки, потому что, может быть, некоторые люди захотят подойти поближе к сцене, а те люди, которые будут сидеть, они могут и не увидеть. Но, может, это все и вырулится. Поклонники действительно вели себя прилично. Мебель не крушили, пьяным дебошем не отличились. Ждем следующего приезда. Соловьева, Сергей Селезнев, информационная программа «День».